Всем привет, друзья мои! Посмотрите, что я сегодня решила себе на завтрак приготовить. Лаваш остался. Мы вчера с Сашкой вам делали тантуни. Так часто его делаем, потому что такая погода. Какая погода? Жаркая. И не хочется готовить обедов. И вот посмотрите, что я сегодня делаю. Взяла кусочек лаваша. Сюда яичко. Сейчас это вот так сделаю. Сверну. И буду жарить. Как будет хачапури такой. Выделай когда-нибудь. Вот, что приходит мне на ум. Вот. Будет такое вот с кофе пить. Всем привет, друзья мои. Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне. Вот такой завтрак я сегодня себе сделала с кофе. Маслинки, огурчик. Внутри сырок, яичко. Всего по чуть-чуть. Приятного мне аппетита. Смотрю сейчас, на этом месте был мой гигосик. Нету его, не хватает. Смотрю вокруг. Какая благодать у нас, друзья мои. Я счастливый человек, что я сейчас нахожусь здесь. Сижу на балконе, пью, завтракаю, тепло, жара. Сижу раздетая в летнем халатике. Соседи мои тоже сидят, вы видите. Сейчас немножко понаблюдаем за ними. А вот Натальи не видно. Где моя Наталья? Вот Наталин балкон, занавеска, а ее не видно. Наталья, ты где? Остальные соседи все уже позавтракали. В общем, благодать. Наталье очень нравится наш район, Мерсин, и маме ей нравится, и Лаки нравится. Лаки нравится всех кусать. Вот такая благодать у меня. На балконе мои цветы в этом году. Мамардика растет, растет. А ну-ка, пойдемте посмотрим, пока горячий. У меня еще этот мой бутерброд. Это растение у меня умерло. Но зато это расцветает. Вот смотрите, мамардика. Вот какие плоды, но все карликовые. Где? А, вот маленький плодик. И вот маленький плодик. Все-таки это растение должно расти в земле. И плоды тогда большие. Вот такой вот. Все равно красиво, да, на балкончике зелень. Красота. Такая вот красота. Там уже некоторые цветочки отцветают. Хотела сегодня поехать к моей знакомой новой, моей подписчице, пригласила меня в Томик, но почему-то не выхожу с ней на связь. Позвонила, а она оставила телефон у кого-то, и мои планы резко изменились. Но это не проблема, появятся другие дела. Все, пошла я завтракать. Хочу поделиться с вами. Вчера перемыла все окна, занялась домом, занавесочки перестирала, сделала генеральную уборочку, помыла окна, все так чистенько у меня. Некогда заниматься, да, так вот, пыль вытерла. Вот сейчас я уверена, что если я сейчас наступлю, все равно будет пыль, потому что это Мерси. Пошла я завтракать. Праздник у нас, праздник начался. Посмотрите. Опа! Пока.
маски нерды. Где их маска? Я контролирую, друзья мои. Отлично. Мурат, браво, Мурат. Вот посмотрите, там на третьем этаже, сейчас покажу вам. Вот они. Сейчас будет забирать невесту. Наталья машет. Спряталась. Жених, жених. Пошел за невестой. Наталья с мамой наблюдают. Будем ждать следующих моментов. Какая красивая музыка, целый ансамбль, посмотрите. Давно у нас не было свадьбы. Забрали. Молодцы. Очень хорош. Чок юзель мюзик, Ашкем, чок. Ашкем, почему у нас не было? Везде не йог муж был, когда музык юзель. Ашкем. Безими дюн я, йог муж мюзик.
Хады ини я поджас. Давай новую гору сделаем свадьбу. Все, пошла я кормить Ашкыма. А вот и я, мои хорошие, с Ашкымом идем опять в ресторан. Наши друзья приехали, это вместе с друзьями. Эргюн ресторан. Ашкым, поздоровайся с Соле. Поздорово. Поздоровайся. Привет, поздороваться. Поздорово. Друзья, конечно, будешь. Все по-русски с ним говорят. Все, на ходу сегодня, знаете, что у меня отменилась встреча со знакомой, и я решила заняться делами. Я столько гладила. Я все вещи, которые купила, во-первых, перестирала, перегладила, все приготовила. Хотела другое платье одеть, а потом думала, так вот, черные брючки и такую кофточку я купила. Такая оригинальная она очень, беленькая, как невестушка. Вот бежим, мы бежим в ресторан. Друзья, говорят, уже ждут 15 минут нас. Все на ходу, все на ходу. Красилась за секунду, наверное, макияж. Так, тяп-ляп, все. Ой, голодная. Что-то опять некогда было поесть. Ну, утром что я поела, этот бутербродик. Так что вот так вот. Ашкам беленьком, и я тоже беленьком. Нам так понравился ресторан этот, что мы опять пришли сюда. Опять в этот же ресторан. Уважаемые друзья и подписчики, мы очень хорошо сидим с друзьями, просто они не хотят показывать себя. Это моя знакомая, подписчица на YouTube. Она недавно купила здесь квартиру, и мы вот отмечаем это событие. Сидим в том же ресторане, где были 2 дня назад. Нам очень понравилось, потому что такая обстановка спокойная. Музыка нас не беспокоит, она внутри. Покажу сейчас вам ее. Ресторан. Мы сидим на воздухе и дышим свежим воздухом. Сегодня суббота, можно расслабиться.